Всем привет! Это ваша карта дня на картах Ленорман. Устраивайтесь поудобнее, отдыхайте, получайте советы от высших сил. Расклад актуален тогда, когда вы его нашли, и сами загадывайте несколько дней. Загадывайте свои конкретные вопросы. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ. Кое-что будет больше резонировать, кое-что меньше. Но ответы на вопросы точно получите. И результат будет, конечно же, основательный. Сейчас приглашаю всех, кто зашел, и будем смотреть тенденции дня или нескольких дней, чего ожидать, что вам будет способствовать, ну а от чего придется и отказаться себе на пользу. Потому что когда мы отказываемся от того, что нам не полезно, мы освобождаем место для счастья. Так, давайте смотреть. Я буду брать по триадам, по три карты. Всадник, дом и дерево. Встреча в доме – это гость. Это кто-то приятный в дом, это в ваш дом войдет радость, войдет родственник, родственные корни, отдых в доме. Отдых не только, это тоже восстановление сил. Это может быть уход за домом, домашние дела приятные. Это всадник, это мужчина в доме, это ремонт дома, перемены в доме. Всадник – это перемены. Гадалка, трансформация и сад. Гадалка предупреждает, с кем-то может быть ссора. Сад – это общество, трансформация – это. Вы узнаете что-то о ком-то, что вам, ну, вас озадачит. Как бы даст вам возможность узнать правду о ком-то в обществе, и эта правда будет для этого человека, знаете, она вас удивит, и где-то, может, с кем-то перестанете общаться, потому что вам не нужно этот негатив. Гадалка предупреждает, говорит, не волнуйтесь, не все люди должны вам подходить, в принципе, да. Медведь. Крест. И корабль. Корабль говорит, что будут перемены, тяжесть какая-то уйдет, тяжесть в отношениях, может быть, с медведем, с человеком, который вам мешает, напрягает вас, неприятен вам, может быть. Или, знаете, как хочется с ним встречи, но встреча не состоится. Но она может просто отложенная быть, отложенная встреча или отложенные дела из-за того, что проволочки каких-то документов, или же вот билет не достанете, или купили билет, он как-то время поменяют. Но здесь медведь – это деловая, может, поездка окажется или невозможно, или осложняется. Деловые отношения с мужчиной осложняются. Здесь, если это ваш партнер в доме, смотрите, потому что может быть ссора с каким-то человеком в вашем доме. А человек может быть тяжелый, опасный или нервный. С ним нелегко, с ним вообще отношения раньше нелегко складывались, теперь тем более, потому что он поменялся, он какой-то стал другой и вам непонятный. Он как корабль, знаете, он не тот, что раньше был. Вот и с ним теперь трудно жить, по какой-то причине он поменялся или кто-то повлиял на него, потому что на мужчин многие влияют магически. Кстати, вот здесь крест и трансформация, это может быть влияние его родовых корней, кармический мужчина, кармические влияния, тяжелый человек, или же влияние духов на него. Не все духи, они хорошие, есть и плохие духи. Коса, аисты и метла. Но коса и метла – это очень активные карты, это карты перемен, это карты, ну, нужно что-то срочно сделать по косе, что-то, что назрело время, уже больше откладывать нельзя. Аист – это что-то домашнее, вообще что-то с домом многое связано. И плетки – это какие-то ссоры или какие-то
дискуссии, какие-то такие разговоры напряженные, или же разговоры, где люди не понимают ничего и не хотят правду услышать, не хотят вообще, к ним трудно достучаться, они закрыты, они вообще что-то скрывают. И они, видите, не зря гадалка вышла. Они вам вставляют палки в колеса, мешают вам, делают нервное положение в доме. Плетки – это нервное положение, которое нужно чистить, нужно что-то менять, потому что так вы больше жить не можете дальше. Это может быть мужчина мешает жить, кто-то в доме из домашних, кому-то требуется больше внимания, может, кто-то болеет. А может быть, это начальник, который заставляет брать подработку домой, и вам тяжело от этой подработки, потому что вам некогда, нет времени на себя, на домашних. Вот здесь какие-то перемены в любом случае будут, потому что корабль перемены в доме. Но нужно что-то менять, так дальше быть не может, вот как сейчас есть, потому что аист – это перемены в доме. Видите, аист – это перемены, и в доме так больше не может продолжаться. Вы должны что-то поменять. Да, тучи говорит, что временные трудности, это все пройдет, если у вас там неприятности или на работе неприятности, или в семье. Не можете договориться, не можете что-то решить, прийти к какому-то выводу, к какому-то общему знаменателю. Ну, все будет решаться постепенно. Тучи – это временные трудности. Какие-то есть у вас временные трудности. Может, связанные с работой трудности. Но это тоже ваша личность, может быть. Вам нужно отдохнуть, как-то перезарядиться. Может, в отпуск вам пора. Вы устали. Все время на вас нагрузка такая сильная. Вы себя истощили. Я возьму одну карту совета. Здесь специальное место для совета. Ой, ну все равно надо что-то менять. Карта новизны. Но это, может, детей нужно заботиться о детях. Вам придется много с детьми проводить время. Но я вижу, что что-то нужно менять. Вы всегда номер последний у себя в жизни, да? Башня – это вы как человек, а вот эта новизна, вам нужно что-то менять, потому что вы абсолютно не имеете времени для себя, для отдыха, для того, чтобы восстановиться, пополнить силы. Энергия у вас истощается, вот я здесь вижу, да, гадалка напоминает. Позаботьтесь о себе, потому что никто больше о нас не позаботится, если мы о себе не позаботимся, да? А здесь вот сложности, связанные с тем, что кто-то постоянно требует внимания и у вас отнимает силы. И эти люди, кстати, им все больше и больше внимания нужно будет, особенно если домашние постоянно жалуются. Может, денег не хватает, поэтому вам приходится работать много или много экономить. Уже эта экономия вас, ну, надоела вам. Вы просто уже не знаете, как можно дальше экономить еще, да? Такой расклад. Что-то будет меняться. Это перемены. У вас, смотрите, перемены, перемены. Корабль перемены. Тучи – это временные трудности. Что-то будет меняться, успокаивается. И, в общем, жизнь будет мало-помалу приходить в норму. Итак, ну что ж, мои дорогие. Карта дня у меня одна из любимых рубрик. Наравне с разговором с духами рода на неделю. Очень такие рубрики важные, да. Так что приходите, пользуйтесь. Желаю вам счастья. Я Лена из Канады, я гомеопат-астролог. Всегда рада вам помогать, служить верой и правдой. Нажмите, пожалуйста, благодарю. Это означает пальчик вверх, лайк так называемых. А если хотите купить мне мини-чашечку кофе раз в месяц, это можно сделать на моем сайте kolenatarot.com. Благодарю, если кому-то хочется. Переход на мой сайт есть о канале или в описании видео. Желаю счастья и до новых встреч. Пока!